В соревновательном легенда есть. В союзниках легенда есть. В дуэли нереально апнуть, потому что там реально, ну, очень много читеров. А что дальше? Может быть, первый даймонд в клане? Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Раш и друзья. Я снова вернулся, как говорится, вот это имидж, друзья, имидж, мой клан. Да, я глава. Ребята, в общем, решил снова заняться кланом, наконец-то прокачивать имидж дальше, потому что в свое время этот клан гремел, шумел, поэтому нужно возвращаться, поэтому вас и будут ожидать и шоу-матчи и так далее. Мы собрали новый составчик, друзья, и решили взять даймонда в 8 сезоне, в это самое высшее и самое редкое звание в этой игре. Чтобы вы понимали, кланов с даймондом можно пересчитать просто по пальцам. И мы сегодня постараемся стать одним из таких кланов. Не забывай про лайк и подписку на канал обязательно с колокольчиком, ведь это реально крутое достижение, друзья. Если мы сегодня возьмем даймонда, это будет просто очень жестко и очень круто. Ну и смотри ролик обязательно до конца, ведь он получился очень интересный, такой киберспортивненький. Всем приятного аппетита, приятного просмотра, ну а мы погнали к ролику! Первая карточка. Карта Дюн, друзья. Очень потненький матч получился, но даймонд это, конечно, реально очень тяжело. Плюс еще к тому же, каждую катку из сегодняшнего ролика мы искали часами. Я там отыграл не очень, поэтому первую карточку посмотрите вот так вот быстренько, что было, и полетим дальше. Я люблю хардкор, поэтому готов сыграть дуэль даже с самыми сильными ютуберами. Кстати говоря, такой ролик уже был на канале, не обманываю. А вот что будет реально мощно, так это турнир Winline Epic Standoff 2 Мажор номер 2, где за победу будут бороться сильнейшие команды 2024 года. На эпике от комментаторов были предикты на блейдах от бренда Infinity Nada. Я тоже хочу сделать предикт. Кто сейчас победит? Наш клан, либо же команда соперников. И сделаю я это с помощью эпичного Блейд Батла. А еще Infinity Nada дарит голду, так что смотри до конца. У меня в руках самый мощный блейд из всех существующих. Это Infinity Nada с атакующим металлическим кольцом. В этой серии Epic Launcher Starter облегченные волчки для скоростного запуска. Я предпочитаю баланс во всем, и поэтому тут я буду использовать волчок Fury Dragon. Предположу, что соперник использует тактику атаки, поэтому за него я выберу атакующий волчок Magic Dragon. Как думаете, смогу ли я победить? Победил волчок Fury Dragon! А выиграет ли наша команда? Проверим в этом ролике дальше. Типы с первого раунда пишут норм с софтом. Господи, 9 хп! А, 54 второй. Есть здесь. Не пройдет. Хорош. Ну, брат, ну ты меня закрыл. Еще с КТ выходит. Вышел с КТ, я подгорел жестко. О боже, что? Нет. Убил. Ну. Плюс сколько? Плюс 10. Нам 8, осталось 8 мэр, давайте нам еще на игру скра. 8 мэр, ну почему? Ладно, let's go, мужики. Следующую каточку, надеюсь, надо просто вот на них же попасться, но на другой карте, на какой-нибудь пробе и дать им просто жесткого леща. Let's go в следующую каточку. Да, ребята, предикт Infinity Nada сработал! А для вас розыгрыш 1000 голды! Напишите в комментах под этим роликом, кто, по вашему мнению, победит на мажоре. 5 подписчикам с самым залайканным комментом мы с Infinity Nada подарим голдишку. А также подписывайтесь на группу Infinity Nada, где вас будет ждать еще больше розыгрыш, голды и новостей. Вторая карта. Sandstone. Остается буквально 8 мр. Грузимся во вторую каточку, друзья. Ну, кстати говоря, быстро нашлась катка. Возможно, это они же. Против тех же самых. Да-да-да, против они тех же? Самых. Да, это да, они. Да, это те же. Нааа, пески! И еще и за КТ начинаю. Прекрасно, великолепно, друзья. У меня время, если что, 22:30. Мне уже нельзя шуметь, поэтому я буду потихонечку играть. А то соседка сделает мне. А-та-та. Оу май. Мужики, пожалуйста. Кстати, знаешь, что просто я понял, почему плохо летел? Почему? Я сенса слишком большая, же разрешение поменял. Мне сенса просто вообще. Let's go 10-0. Let's go 10-0. Let's go 10-0. Все, парни, поехали. Я бы играю. Фул катку играю Б. Ну это А, да, будет скорее всего. Let's go. 10-0. Тут флешка с ланга прилетала, мужики. Да можно, я запрыгну! Они отошли под А, походу, все. Не-не, Тёмка есть. Тёмка. Ланг есть или окно. Окно. Балкон, 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 балкон один.
Бэдом был последний, не? А, он ласт, нет? Не, еще два. Они могли пода уйти, не? Пойдем ретейк. Да. Я в спину давай. Да, я в спину. Я с апсов. С первого хода. Один апсов. Все, играй. Найс. Все, лучше. Сюда. Ты у него нету, да? А у меня есть. Да я успел. Найс. На кондициях аккуратненько. Вот так вот делаю. О, красавчик. Набрался кондиции, набрался кондиции в моменте, друзья. Один литр engine вам или два другому? По другому. Два литра engine вам или три или четыре другому? Мне. Эти пацаны. Он. В смысле за литр engine? Что-то против имеет? Да. Как будто подтемку будет играть. Да, засветил одного еще. Арка. Убрал. Мид пробежал. Пачка у меня здесь. Убил, пачку выбил. 27, алло, Ярик. Топ мид. Забрал, он ушел на мусорку, ушел с пачкой. Пачку забрал. Ой. Мистер Байт пошел жестко уничтожать, разносить прямо сейчас, прямо в эфире. Ой-ой-ой, набрался кондиции в моменте, ё-моё. Давай, слушай, я думаю, не надо дефать так просто, дай им раунд. Не надо, трофлишь. Беру авик, мужики, реализовываем, готовы? Давай. Да. Если не даешь килл, то с тебя 100 голы. Кому? Мне. Всей команде. Найс. Нееее, вы что рофлите? Алло, пацаны, не слышно, Даня, не слышно слоу таба, братанчик, ты что рофлишь? Почему я на первом, я на ферстабе играю, пацан? Чё за флешки, алло? О, боже, там подсад, понятно. Заберите авик. Они на бустах. Откуда у них авик? Они два раунда всрали. Такой бред делаешь, алло, братуха. Да, подожди. Я говорю, я релоу, зачем ты дефаешь? Подожди, Даня, стоп, он тебя с авика убил? Сосал? Да. Понял. Ну, Ярик, да. Это слишком глупо. Бэдом есть один сверху. Ой-ой, раскид идет, раскид под Б. Жесточайшие мужики, что делать? Помогите. Они лонг пушат. Я в крысу сижу у Талова. Фонарь сидит и один, Икерман сидит. Да я как Нео. Вы рофлите, они мне 10 тысяч хаешек уже закинули, ни одной не попали. Ой, братулечек, сейчас наберусь кондиции. С чем ты стреляешь? А, я думал, он на фонаре. Я думал, он на фонаре хотел на нож посадить, а он отошел, неадекватный. Найс. Красавчик, есть же, это имидж Steam, парни, это имидж. Дайте дроп, ПЖ, имидж Steam. Дай, дроп, ПЖ. Авик? Спасибо. Понятно. Денис, а ты дашь жару с авик, хочешь дам? Давай. Да. Давай. Так ты дашь авик? Сосал? Попался, лоха, лима цветочный. Нельзя так. Давай ты мне. Извини, пожалуйста. Окно есть. Хорошо. Сейчас. Честно? Сейчас, секунду, смог рассесть. Сосал? Слопок. Ты не успел даже сказать алло, дурак. Где они, подали? 95 в голову, парни. Это А. А инфу дать, алло, я под бей сижу уже, пержу час. Минус 80 убили. Боже, чел. Он в апсах один. Тапами. Ага, и под апсами. Да, я на инфу сыграл, братан, если что. Под апсами и в апсах. Да, Каня, у тебя все точно получится, брат. Точно получится все. НТ. А я не знаю, мне фризит вторую игру уже. Алло, Данил, а не могли бы вы с лоутаба выбраться, пожалуйста? Ну, килл дать там, я не знаю. Это вопросы, как бы не хоппер у меня в брусах. А смысл, у меня все нормально. Ладно, мужики, чекайте. Есть, короче, стратегия. Играю близко, называется. Это они точно не ждают, я просто пушу лонг. Погнали, Баник, со мной, чисто поможешь жестко раскатать. Давай, не запрыгну. Он тут, близко, упор. Бэдом. Дай мид, пацан, алло, Ярик. Баник сосал! Я не сосал! Убил. Боже, чел... Боже, какой кринж, я все видел. Я -3 дал. Алло. Ты меня продал, во-первых, начнем с этого, братолёк. Минус 3 дал. -3? Сосал? Сосал. Козел. О боже. Еще Даня. Даня, базарный мах, хорошо был. Ой-ой-ой. Что, гении, пацаны? Стойте, подождите. По тебе инфы нет, давай. Ну, пацаны, а зачем вы пикаете его? Я не понимаю. Я не пикал, я... Я хз, я от другого умер. Я хз, я одного убил, а второму мне сансать не дала. Ой, да. Плохому танцору, братан, всегда яйца мешают. Ладно, погнали, апсы запушим. Большие яйца, большие штуки. Большие танцы. О, у них минус один, мужики. Найс, это наш. Это я опен дал. А, вернулся. Блин. Ой, авик, Тёмка, Даня. Забрал. Моя. Где он? Какой дед, колой? У вас тут топ-1 киллер, топ-1 тащер, вы рофлите? Где он? Скажи. Я не спрашиваю, сколько их. Я спрашиваю, где он, братан. Ты рофлишь, с первой просто попадает, алло. Залетает нереально. Легендарнейшая, жесточайшая. Ярик, дай.
Бадом. Бадом, мавик. Минус. Еще бадом будет, еще бадом будет. Найс. Еще топ-мид. Авик топ-мид. Откуда он тебя убил, Баник? Мусорка, мусорка. Ну вот. Я знаю, что такое мусорка. А пачка тут, кстати. Справа. Вот тут? Да, здесь. Да, префект. Префект, префект. Ну, парни, я сегодня... Хорошо, до уверенности префтнул, молодец. Было близко вообще-то. Меня просто застилили. Вы рофлите? Вы рофлите? Давай сразу, дай мне авик, у тебя 6000. Авик? Сосал? Авик. Нет, кому авик? Не дам. А ты мне что? Подожди, ладно, ладно, подожди, стоп, а ты мне что? Ничего, это последний раунд. Боже, чел. Боже, блин, чел. Ну, боже, чел. Лак. Заработай на свой ПЖ. Авик энджин вам бэ. Или два другому? Нет. Два другому. Второй ход. А, нет, первый ход. Первый ход, первый ход. Ой-ой-ой. На кондиции чисто ферго набрал. Ой, нет, на 812 набрал кондиции. Жестко реализовывает Авик. Как думаете, он меня ждет? Какова вероятность? 100%. Он прыгнул. Первый ход. Уа, мы с ножом стоим, чел. Алло. Да я говорю, на санстоуне без это, без шансов закрываем, мужики, вчеров. Я в лайф игре минимум 11 даю. Минимум. Ты это где-то минимум, видишь 11? Пока что нет. Это максимум 0. Это у Банихопера, у Банихопера лайф. Лайф-гейм. Пацаны, я как бы читер вообще, поэтому, ну, сорян. Читаем. Осуждаю, просто... осуждаю, ты что такое говоришь? Не, это шутки, конечно, это шутки. Мы что, осуждаем читы, понятное дело. Вообще, ноу-ноу-ноу. Да, поэтому все играем все с автомобилем, особенно Раш. Я? Вы рофлите? Я раш, сам. Да, раш, да, раш, да. Боже, чел, какое, во-первых, какое право ты имеешь, ну, типа, указывать мной? Я уже на кондициях захожу, тёмку, вы... Вода, опа, о, опа, еще один, дабл пикают. Боже, мне дабл пикают, аж фуха зачесалась. Ой-ой-ой, Банихопер, ой-ой-ой. Можно звук дать, пожалуйста? Аккуратненько набрался кондиций. Я, кстати, видел его. Мы проигрываем. Да, я не успел просто. Мы проигрываем, я напомню, клану юзаем темке. Темки юзают против. Не темки, а темки. Парни, ну, темки. Юзаю темки. Ну, у него, у них так клан называется, в рофлите. Нажмите тап, чуваки. На кондициях сенсора, когда ее готовы. Вон, 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 запушу. Боже, я не попал, я не попал. Забей, 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 забей. Да это я пошутил тогда. Возьми со скином, она буст дает. Возьми муху со скином. Вот, 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 отлично. Сейчас не попадешь как раз. Давай. Со скином, возьми, возьми, Даня, Даня, возьми со скином, возьми со скином. Я не могу, она не... Не, я твой присак удаляю. Боже, чел, какой кринж, господи. О, все, один скиллов есть. Погнала катка жизни, жестко. Где мы 4 фрага, которые у меня там всего? Подождите, а со каким счетом мы их в прошлый раз выиграли? 10-6. А, найс, у нас один раунд в запасе. Все, нам надо 10-10-5 забирать. Апарт, апарт, апарт. Ага, пошел. Там еще. Он... Боже, я не попал. А где вы? Зависает на месте. Пацаны, ну что это? Что мы делаем? Мы же вместе заходили, мужики, вы где остались? Найс. Nice. Вал, забери в апсах. Не пикай, не пикай, не пикай. Забери вал, забери вал, забери вал, забери вал, забери вал. Давай, уходим. Типа уходим. 10 патронов. Ухожу, типа. Да, Ярик, оставайся. Я понимаю. Сейчас жесткие брейн мувы пошли. Чисто умом будут переигрывать, ребята. Можешь залетать первый, кстати. Это хорошая идея. Хорошо, залетишь тебе. Где-то близко, он будет близко играть, он не будет вдали. Я же говорю. Как и знал. Звук? Нет, что ой, это? Ты. Что он с регом? Что с регом? Нам больше почему ни одного раунда нельзя забрать. Больше... Все, я... Ой, отдать вернее. Забрать парни, конечно, но я не знаю, что это такое. Все, стоп, 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 мужики, мужики. Мужики, давайте аккуратно, пожалуйста. Реально. Really, really, really. А ты на 3 килла сыграем, запотеем. Мы что-то расслабились, уже 6 раундов отдали, больше нельзя. Опять, давайте, нам нельзя больше все, реально. Я не пацаны, хочу давайте. Еще третью идти. Мы... Я это в кулак, пацаны. 37 хп, найс. Найс! Найс! Боже, чил! На Б сидит сверху, на Б сидит сверху на ящах. Да, да, вот тут, засветило, засветило. У меня. Алло. Рынок, 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 я вижу. Рынок. Это ужас, я не знаю, мне не регать, ничего. Ну неужели еще придется играть, рили? Не, ну у меня все, у меня ну ладно, все. Все. Походу, что. Так. Не, ну зачем мы так играем? Зачем вы все стакаете? Ну, ребят. Давайте куда стакаете ты рофлишь? Чел сиди... Я хотел от хила сыграть, чел стоит, ждет. Дайте бусмит, дайте давайте бусмит. Вы... Можно бусмит? Дайте бусмит. Спасибо, команда. 3 раза что, попросил. Давай, нет. Те просто мимо меня пробежали, найс. А парты еще двое апли были, один и второй ход играли. Я сосал. Найс. Нет, ужасно, плохо. Нет, почему так миснул? Кейс, кейс, че? Молодцы, парни. Но это уже а почему у меня авик никаким образом мы не получим плюс 8 это габелла. Ну почему так обидно? Обидно. Да ладно, главное, ладно, уже главное просто выиграть, парни.
Кота есть. Кота бежит. А типа, дай подсадми, дай подсадми, дай подсадми. Не могу, тут близко. Второй, второй ход. Тут близко двое, как минимум. Трое. Окей. Ну как я не убиваю? Еще там будет. Рубил. Еще под темкой, под темкой, под темкой, под темкой, чел. Они стянутся, они из-под КТ будут приходить сейчас. Все, все, раскидали. Летайте. Найс. Хорош. Как? Сколько, сколько у нас каток примерно сыграно? 50? Примерно, плюс-минус же, да? Да. Больше уже. Боже, какой кринж, как долго это все лапается. Хорошо. Что? Бачку возьмите. Куда он прыгает? Да. Блин, господи, он сидит в крысе, в нычке. Сори, мужики. Уходите, 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 а двое под Б. Уходите, я останусь с авиком. Найс. Молодец. Найс. Почему они сейчас так плохо начали играть вместе? Ну это максимум плюс 2, да? Плюс 3. Нет, почему? Да. Плюс 5. 3 ММР, мы сейчас за 3 ММР будем дрочить еще одну игру, и еще мои бесовты попадутся, это вообще будет очень обидно. Молодец. Хорош. Плент. Сити. Сити. Абу нижний, минус 50, пацаны. Хорош, минус 50 убили. Я не попал, я не попал. Абу, абу вверх, КТ. Упор, упор. На нож тебя сайт. Ого. О, найс. Не, надо не уже даже рожь. Какой кореец. Не, я не знаю. У меня тип бежит, у меня фризит. Ну, сори, парни, я запилил. Слушай, нет, у меня игра зависела. Ну да, плюс 3. Найс, найс. Боже, за 4 ММР. Летим в следующую игру. Третья карта, и я очень сильно хочу надеяться, верить, что здесь мы действительно сможем уже наконец забрать даймонда. Я планировал это сделать за одну игру, а не как минимум за 3. Летим в каточку. Чтобы вы понимали, сегодня я проснулся в 6:40 утра. Время 23:40. Я ужасно хочу спать, но мы должны добить даймонда. Это посмотри, почекайте, пожалуйста, чистые типы или нет. Ну, вроде да. Вроде да. Пожалуйста, ребята, нам, мы должны выиграть. Уже апать просто. Я пойду просто спать. С мыслью о том, что у нас даймонд. Мы искали катку. Сейчас, чтобы вы понимали. Час. Один час мы сидели в поиске, пока нам нашло. В эту игру вообще никто не играет, и мы еще раз вот этим вот поиском в час подтверждаем, что это самое редкое звание в этой игре. Рили, рили, рили. Очень трудно найти. Мужики, если что, если я сейчас очень плохо отыграю, не обессудьте, я очень сильно хочу спать. Хорошо. Проход. Лонг будет, да. Лонг будет, лонг будет. Басик, басик. Дабл пикнем сейчас с тобой. Дабл пикнем с тобой просто. Хорошо, хорошо. Да, скорее всего, будет. Попада двое либо трое. Может, пройдем? Может, стой, лавстань. У меня меда будет. Здесь, Вася. Либо за вот этой вот стенкой. За левой. Дерешь все. У нас воробески, типа, лё. Забрал. Молодец. Забрал. Найс! Два тапчика хороших залетело. Найсики! Все, парни, думаю, это окончательная наша игра. Я очень... Тут... Пожалуйста, не каркай, братан. Может всякое случится. Просто давайте просто уже без фана рили запотеем жестко и... жестко оттарабаним мужиков. Найс. Пачка, пачка здесь, пачка, тэшка, пачка, тэшка. Пока я живой. Найс, друзья, 2-0. Хорошо, хорошо, хорошо. Отлично, прекрасно, великолепно, великолепно. Здесь есть лонг. Лонг есть. Молик дам. Хая дал. Еще хая дал. А, он убежал. Чел, препайте, я его даже не вижу. Боже, он под лонгом, под лонгом. У тебя тут слева полтава. Найс. Нифига, он препает, это что за прикол? Почему он в тебя препал без инфы? Меня? Ну да. Ну это да, странно было, согласен. Спасибо, спасибо, Степа, что ты меня поддержал. Чел просто стоит, найс. Зато меня префнут, ура. Жестко реализовывал авик, еще раз. 15-й раз пробую реализовать жестко авик. Спасибо за флеш, найс. Алло, дайте реализовать авик, урофлите. Боже, чел ждет, ну зачем? Степа, я под твой кроссфайр попал. Тихо, звук, 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 звук. Звук, в смысле, надо, типа, басов навалить или чё? Анекдот могу рассказать. Приходит, короче, хорош. Будь здоров. Ой, хорош. Ежиха приходит в наркологию, говорит, доктор, у меня муж колется. Нормально, баянчик залетел. Вырежите это, пожалуйста. Это вырезать, точно, это точно вырезать. Еще смех Степы. Ну да, смех был. А, чел там прыгает, это что такое? Нифига там чел рили прыгает. Какой-то на бусте прямо вот там над стенкой.
Чел префайт, ну без инфы префайт. Ну ладно, инвелайн, фаш, что я в налангу. Ну откуда он знает, что я иду, что это? О. Звук. Брашен сосуд. А мне? Ты, ну ты же правильно имеешь в виду змеиный яд, правильно? Конечно, по-другому никак, только змеиный. Это А, минус жопа Деза. Сейчас на префе выдай, попай тогда. На. Дес сосал? Не, похоже, ну чё-то чел вот этот вообще супер странно играет, рили. Рили, вот этот за, я не буду называть его ник, но он вытворяет какие-то дикие вещи. Дикие вещи. Он дико рофлит, мужики. Ладно, я пикну арабеску. Ладно, тоже пикайте, конечно. Давайте втроём арабеску. Конечно же, снова дюна. Конечно же, опять я буду сосаться. Найс, еще там. Хорош. Боже. А что вы продаете? МТМ. Что? Один хп у него еще. Как же мы жестко заглатываем. У него было 4 хп. Это уже отчаяние, парк. Я ливаю с игры. Но я хочу спать, Рини. Я хочу спать. У меня есть оправдание. Давайте я мид бегну, Вот тут он слева стоит. Чел сидит и ждет. Дес, а ты все это время смотрел, да? На чехине. Че, брат, лег? Да у кого домофон звонит, алло? Это отвлекает меня от важнейшей подной катки. Вы рофлите, мы должны выиграть. Короче, кто со мной, тот герой, мужики. Смотрите, план такой. Мы сейчас прям вдвоем с кем-то играем лонг. Прям пушим лонг. Давай. И вылетаем, давай. Под флеш надо вылететь. Да, полетели. Тут есть... Надо оттянуться, баник, надо оттянуться, да. Там чел приехает. Еще мидл. Я тут притаился, если что, пока подождите. Может вернуться лонг. Да, нехай я прилетел. Я текаю. Пока. Где вас? Тоже лонг, скорее всего. Был... Либо он пода. А пачка у вас? Нет. Давай я потопаю, а ты с арабески пикнешь. Арабеска. Дефай дай. Дефай быстрее. 81! 81, да юну, куда как я не нажал? 81, дожми его. Энтер, найс. Без денег, ура. Да это я просто отвлекал же, друзья. Вы что, ровлите? Я бы так его жестко затащил. Я точно говорю. Погнали лонг запушим? Пусть я сыграю тогда. Все, у нас, короче, уже не команда, а вялое мясо, короче. Пацаны просто умирают, кажется, все. Есть лонг? На А, в смысле. Это А! Ну, тут чел один А, как минимум. Он меня просто прострелом убил, лол. Еще будет. Давай еще у тебя. Хорош? Что? Что? 107. Он случайно что все взорвал? Наверно. Неадекватный какой-то, похоже. Пожалуйста. Мужики, вот сейчас за Т. Обязательно, пацаны. Квест-пистол надо взять. Квест-пистолс? Давайте через водосток подлетим просто. Давайте. Мы вот лонг. Давайте хайе водосток. А я соло лонг пойду. Да, у меня есть, давай. Рабеска есть, как будто. Мужики, поменяйте угли, пожалуйста. Хватит Хорошо, стреляться, мужики. 999, иди сюда. Даня, поменяй угли, побраться. Даня решил не менять угли. Сайдбол. Вернись и поменяй угли, пожалуйста. Арабеска. 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 Найсики, друзья. 3-7, пожалуйста. Главное, ну, типа, не начать заниматься полной херней, и это и не фаниться. Погнали пода. Может, сыграем фул пачкой. Просто вылетим, а. Да, давайте. Надо на 9 накинуть хаешки. Я сыграю вики, я сами от контакта сыграю. По инфе просто. Я хорошо, давай ничего. Я чеку окно, залетайте, я чеку окно. Ставь. Ого. А у вас двое, у вас фул арабеска, парни. Фул арабеска. Там пачку ставь. А, они вдвоем на размен сидят. КТ, вы че, гоните? КТ, мужики, там двое сидят. Капец, они просто под размен играют. Один слева, один справа. Сейчас справа будет. Алло, спина, Степа. Сейчас будет жесткий распил, походу. Вот это было. Да, это жестко. Да, можно я киллы пожедам? Мужики, дайте дроп. Пожа, Степа. У тебя есть. Вот ты на нож посадил, я видел. Дай пожа дроп. Пожа. Все хочешь. Там все это челси. Да. Бэксайд. А вон за стеной сидит, за стеной. Еще с КТ может пикнуть. Он где-то. Он лонг, скорее всего. Найс, мужики, 3-9. Пожалуйста, давайте не сольем. Я 4 килла дал. Зря что ли, или что? Я понять. Дайте дроп. Стойте АФК. Пока мой раунд, погнали, мужики, выходим в КД, прямо сейчас показываем жесткие лютые кондиции. Ох, пойду сейчас возьми, ох. Стойте АФК, они явно этого не ожидают. Стойте АФК, давайте. О, сюда.
первый. О, найс флеш была, хорошая. В смысле, вас что там под... Кто играет? Арабеска убил. Арабеска. Я попросил... Да я попросил, стойте, АФК, блин. Нас запушили. Нас просто запушили, и все. Давайте сюда встань. Давай, подосток есть, чел. О, давайте пацан. Второй пошел. Хороший раз. Еще одного. А, это пацан. Давай, сяду. Третий пошел. Хорош. Тихо, мужики, я выигрываю раунд соло. Ласт остался, дайте я выиграю в соло сейчас раунд. Блин, пачки-то нету. Сейчас я иду к вам за пачкой, мужики. Ждите блудного сына. Инфу. Найс. Все, найс, парни, мы сделали. Мужики, в соло ласт раунд почти закерил. Вы что, рофлите? Минус 3 даю. Я просто похлопаю. Найс, 3-10. Ну это дадут, как думаете, плюс 5 ММР или нет? Думаю, да. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ой-ой-ой, почему и... сразу нельзя nice. Было? Ой-ой-ой. Сюда, дамы и господа. Теперь клан имидж обладает самым редким званием в этой игре, дамы и господа. Мужики, я вас поздравляю. Спасибо, давайте поаплодируем друг другу. Молодцы, какие-то.